Господа, я прошу прощения. Простите, а что вы тут пинаете? Ты в курсе, что у нас чемпионат мира по футболу? И что? Вот мы. Оп, да. Оп, на голову. То есть ты думаешь, именно так наша сборная тренируется, да? Слушай, ну может быть. Но тем не менее, мы ждем, пока шаровые отмокнут. Понятно, да. Да. О, нифига. Вот, Алексей Михайлович. Пнул три раза. Требую тебя в нападение. Ты сегодня квази-слесарь, судя по всему. Да. Я так понимаю, что Рудик заболел? Не. Не? А что с Рудиком? Как всегда, профилактический ремонт. Шаровых опор? Да. Неплохо, неплохо. Так и назовем эту серию. Стальные шарики Михалыча. А тебе, кстати, помощь нужна? Так, Тарас Сергеевич, перед тем, как вот это все начнется, да. Пинатель вы наш. Да. Я хочу тебе показать вот это. Где-то я уже это видел. Да, я просил тебя это приобрести. Я же приобрел. Да, знаешь, за сколько я это приобрел? Боюсь представить. Оно 65 рублей. Оптом взял, что ли? 65 рублей. Оптовик. Дело в том, что тут серия была про оливку. Угу. И я просил Тарас Сергеевич, заедь, купи, пожалуйста, крепление КБ на копейку. Он заехал, привез. Я спрашиваю, сколько? Он говорит, 350. Снабжение? Что? Не... 65. Я тебе дал 350. Ты мне причем привез без барашков. Да. Не, ну он лучше всего делает. Не проси меня. Не, не, да этот... Ты где купил? На Фуча. В магазине. В следующий раз пойду в магазин. Мне кажется, ты причесываешь. Мне кажется, вот мне реально кажется, что он уже на старинке наладил связи деловые. И работает под прикрытием. 50, да, а сам покупает на Фучке. За 30, наверное, купил. Наговариваешь на меня, да? Я вижу. Конечно, если по 65 покупать, а по 350 Георгию Александровичу впаривать, то можно целыми днями вот это и делать. Ну, это самое, ну, сорян, я приношу свои глубочайшие извинения, глубочайшие. 250 отдам вам. Александр, тебе помощь нужна? Да. Да? Я могу не мешать. Это самая лучшая помощь, да, твоей я стороны. Продолжу. Ой. Да, возьми еще два. СМС-чик. Да, возьми еще, он уже теплый. Я пока с этим поиграю. Теплые на холодной батарее нагрелись. Батарею греют, горячую. Ладно. О, там что-то происходит. Алексей Михайлович, а рассказывайте. Чего? Предметно. Чего предметно? Еще пока рано предметно. Что предметно? Мы разберем и будем рассказывать. То есть план какой? Только две скучные шаровые опоры? Нет, почему? Диски передние, колодки передние, это как суппортишки, направляющие, резиночки. А, друзья, те, кто понимает в 53-х кузовах, понимают, что шаровые опоры, которые там стоят в кулаках, ух, как на них любит ломаться болтерн, и как они потом не очень, так сказать, выходят из кулаков-то, нехотя. Поэтому мы Алексей Михайлович знаем, квази-слесарь специально грязно оделся. Конечно. Чтоб не пачкать чистый. Сейчас будет большой такой сексуальный опыт. Я пошел. Пусть начнется битва. Титан. Слушай, а что тут уже медяшкой намазано? Это про... А, ты просто другое мазал, а сюда налетело, да? Нет, я просто почистил и попшикал медяшкой, чтобы не ржавело. А, да? Конечно. Ничего себе ты красавчик. Но сюда мы еще не лазили. Нет.
Вот, вот эти две мерзкие, видишь, вот этот рычаг, да. И вот шаровая. Рычаг, да. Без траблов вообще, чмав-чмав отворачивается, ага. Но иногда заламываются вот эти болты, но тут они еще, видишь, как бы уф. Где? Да вот, вот эти вот, 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 вот. Как тебе пальцы установить? Да нет, вот эти. А, вот эти? Да, и потом надо шаровую достать из кулака. Шарик держит. Сейчас, вот можно на самом деле сделать предположение. Сейчас начнутся в нечеловеческом количестве и весе обратные молотки. А у нас же есть он нечеловеческий? Есть. Погрыженная, специальная, БМВ. Я понял, да. И ловкими движениями. Точно, сегодня Алексей Михайлович квази-слесарь, ну реально. Ну, видишь, вот, нет, вот как реально директор, красавчик, потому что сам свой автомобиль делает. И обычно как это происходит? Руководитель завозит свой автомобиль, опочиненный, на его джук-джук-джук-джук, а тут сам красавчик. Да, или как происходит со снабжением? Снабжение загоняет свой автомобиль, начинает делать сам, потом говорит: «Помогите!» Ну, да. Ну, если нет. Знаешь, что мне нравится на дизелях? Смотрите, как бы счастливые обладатели бензиновых двигателей. Смотрите, как на дизеле. Вот эти вот все пыльнички, вот эти вот такие вот чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун, вот эти вот. Вон типки таких нет. Не-не-не-не-не. По заводу нет. На дизелях есть, на бензине нет. Ну а ты поставить их можешь? Да, могу. Да. Только надо отверстие в подрамнике насверлить. Потому что у меня в бензиновом подрамнике нет отверстий под эти штуки. Ну то фигня, как бы. Я все хожу, фапаю. Где бы на мародерствовать? Нормальный цилиндрок, смотри. Огонь? Да. Сейчас начнется самое интересное. Оп. Мы сейчас это блюдим. Ой, вообще сейчас будет. Пацаны, вообще, давайте сейчас лайки Алексею Михайловичу, потому что вот эти болты, самые говяные болты в БМВ. Вот нахрен они их сделали. А надеюсь, это нормальная практика, что на болтах? Да. Опа, о, пошел, красавчик, е-е-е. И осталось три. Помолимся и соберем на локтях. Не-не-не. Нет, тут нормально все соберем. Угу. Главное, чтобы все нормально отвернулось. Ага. Два геморроя. О, четенькие болты по красоте. Нравится. Ну, в принципе, первый большой чекпоинт пройден. Предлагаю теперь сохраниться. Кстати, да, неплохая идея. Сейчас у нас, друзья, начнется самое приинтересное. Но этому кирдохеншвайна. Теперь главное, чтобы они оттуда вышли. Вышли оттуда они. Вышли эти два мужчины. Пиу-пиу-пиу-пиу. Тут тоже пиу-пиу. А отведи, Сергеич, рычаг, пожалуйста. Пиу-пиу. О, нет, это более, но все равно тоже пиу-пиу-пиу. Отдел он свой пиу-пиу. Да. Ну что? Кофейку? Пока мокнет. Не, рано. Че рано-то? Самое то? Да нет. Самое то. Антипка, знаешь, как первый раз не хотел их отдавать? Ну, потому что до тебя их, по-моему, никто и не менял. Ну, нет, так вряд ли. Да? Ты Оригу снимал или нет? Не помнишь? Там уже было непонятно. А. Ну. Там уже было непонятно. Если это была и Орига, она уже давно, понимаешь, и сколько ты шариками своими проводился? Перешла в Богу Янг. Первый раз? Да. Оф. Первый раз, короче, мы сломали один болт, вот тот дальний. Угу. И шарик не хотел выходить, пришлось привод отстегивать, короче, угу, сверху калашматить. Угу. Страшное дело, даже обратный молоток не помогал. Ну, что? Зачем? А что такое? Зачем? Сейчас прикинь, Рудик испугается, ну, и сделает то же самое. У него колечко сожмется. Яички зажмет. Да. Ты погоду видел? Да. Ну вот. Мне кажется, ты специально наколдовал такую погоду в Питере, чтобы дубачина была, чтобы у Рудика уже яички сжались и выпали из кулаков. Ну я, да. Ну вот, тогда что ты? Сейчас пойду заморозить. Вовремя подгадать момент. Так и да. Я не вижу движения. А так хотелось бы, раз и упал, да? Ну, блин, ты ж понимаешь. Я не понимаю, почему на меня, как на снабжение, постоянно наезжают. Вот, вот, а я вот тем временем взял и родил датчик АУК на БМВ Георгия Саныча Арига. Прям красота, чтобы Антипыч нюхал и правильно шевелил в автоматическом режиме заслонками. А тем временем, господа, я прошу прощения. Оп, мужчина вообще. Простите, а что вы тут пинаете?
Ты в курсе, что у нас чемпионат мира по футболу? И что? Вот мы. Оп. Да. Оп, на голову. То есть ты думаешь, именно так наша сборная тренируется, да? Слушай, ну может быть. Но тем не менее, мы ждем, пока шаровые отмокнут. Понятно, да. Да. Ох, нифига. Вот, Алексей Михайлович. Пнул три раза. Требую тебя в нападение. Да. Я прям в полузащите. Оп, оп. Нифига. Господа, накидывай мне. Датчик мой где? Вон лежит твой датчик. Где? Вот там лежит. Иди, а я тут попинаю пока. Так. Оп, что нравится? Оп. О, далеко полетел. Ориги, конечно, Орига. Вещь, так сказать, новой, цены немалы. Кстати, цена, да, заманчивая за вот такую штуку. Очень. Зато антипка теперь будет нюхать и уметь шевелить заслонками, да, как и прежде. И надо протестить. Да, протестим. Ну, собственно говоря. Процесс пошел. Да, сейчас, соответственно, будет шарик... Как? Пытаться прокрутиться, да, по своей оси, дабы там эти сталактиты, сталагниты, которые держат все это, ушли. Немножечко ушли. И все это благополучно выколочится. Георгий Александрович, ну что у тебя тут? Я в процессе. Ты в процессе чего? Разбора. А, отлюбливаешь антипку? Что? Разбираю. Прям ловкими движениями такими, прям. Как будто знаешь, что делаешь. Четкими. Знаешь, прям. Там вот. Алексей Михайлович просто злой мужчина. Главное не останавливаться на достигнутом. Да, вот наша проблема. Да, вот он наш датчик АУК. Датчик, да. Да. Сейчас поменяем. Ну, я хрен его маму знает. Похожи. Че, покажи, вот это? Я говорю, похожи. А, похожи? Да, ну в смысле, похоже. Ну вот это позиционируется как Ориго. Угу. И вот это Ориго. Ну, это мы уверены на 100%, что это Ориго. Да. А вот в этом прям, мне кажется, похоже. Ну, похоже-то похоже, но не видишь, как-то вот, блин. Как-то изменили они. Не будем выкидывать. Да. А он, что, видишь, мохнатка вот эта вот. Да, непонятно. Это, скорее всего, из-за чего? Мохнатка, наверное, там зафакивается. Ну, мохнатка, да, датчики, да. Кстати, посмотрим, насколько тебе его хватит. Это надо будет отслеживать время от времени. Интересно прямо с нашими дорогами. Ну да, сейчас поставим, посмотрим. 14.09.17 его сделали. Ага. Не часто их покупают. Ну да. Не сдается. А тут вариков уже нет. Я про Рудика. А, понял. Так, антипка почти дочекался. Тарас Сергеевич, мужчина. Ай. Что валенка-то прикатили? Да, надо же яйки на него повесить. А, в натуре, да? Ну. Да. Яйки хейтеров. Ну, яйки хейтеров — это твоя тема. Да. Сейчас прикрутим, вообще будет. Куда будем? Посерединке? Слушай, ну, надо взять яйки и посмотреть, насколько у нас они как бы... Гармонично. Да. Насколько по земле, чтобы волочились. Ну, по земле не надо. Так, ну что, прям минимальный зазор был. Прям. Давай посмотрим. Давай, яйки где? Там, на столике. А, на столике Алексея Михайловича. Сейчас принесу. Давай. Что скажешь, Максимус Прайм? No comments. Автоботы поехали, вот что он скажет. Так-то да. Огонь получилось, на самом деле. Георгий Александрович, есть еще один немаловажный момент. Какой? Давай на Антипычу поедем, посмотрим коробку, как она себя ощущает. Ну, по градусам, по температуре. Безопасность. Да, все дела. Да, мы поехали, и у нас уже 65 градусов. И, кстати, кто знает, почему текущие коробки передач ХЕ, а не ХЗ? Ну, это же не ХЗ. А. Это же херовая экономия называется. А, евро ноль. Да. Коробка чует подвох. Чует, да. Ну да, в общем, сейчас нам надо покататься немножко и посмотреть, что будет у нас с температурой. Чай ждем. Я на секундочку хочу сделать акцент, что система охлаждения стоковая. По заводу BMW. Угу. Никакого тюнинга. Угу. Скучный теплообменник. И все, больше скучные ничего. Хоботы. Да, и ничего как бы. Да. Поехали. Ну давай немножечко можем поддать. 66. Давай. Хорошо. Давай. Хорошо, идем. Не быстро, кстати. Не быстро, да. Не быстро, да. Нет, мы же не нарушаем. Не
нами BMW привязалась. А, да-да-да, прям за нами идет. F-очка, да. Давай, тебе нужна педалька, та, что слева, справа. Сейчас вот он пролетит. Сейчас, давай, пропустим. Мяу. На тренировочке вообще все. Красавчик. Че? 68. А, и текущая программа коробки E. Изменилась. То есть... X ушел. А, и вернулся. Вернулся. Да, опять вернулся. А это как получилось? А может быть она у тебя... Может по температуре коробки и масла как бы он меняет режимы коробки? Не знаю, но мы столько здесь все зашили, вшили, перешили. Кто знает, напишите. Обязательно. Обязательно. Ну, наверное, быстрее уже. 70. Ну, 70. 70 градусов. 70, да. Да, мы будем до максимальной температуры сейчас кататься. Да? Посмотрим, что такое. 71. Ну, да. В общем, текущее у нас значение коробки Прошпрот 98 градусов, Георгий Александрович. Да, мы выяснили, что вот эта буковка, это типа какой режим коробки, спорт или X-экономик, то есть херовая экономия в этом духе. Да, да, ну, про и, ну да. Как мы разогрели... уже полгода катаемся здесь. Ну, мы уже кругов так 12 сделали. 12 сделали, да. Сколько там? 98 пока. 98. Да, есть на градусик еще. Ну, хотелось бы увидеть соточку. Соточку хотелось прям бы хочется увидеть. Тебе прям хочется мне увидеть соточку. Вот. Ну, прям хочу видеть соточку. 98. Оп, оп. Не меняется. Что-то мне подсказывает, что тут меняют шварки. Все дальше. 99. О, 99. Да, 99. Ништяк. 99. Ничего себе, я вообще так просто в моменте так взял, закрыл все. Антипка, остывай. Пахнет, Антипыч. Ну, выхлопом пахнет, да. Смотри, орудик-то ниже стал, в земле, к земле. Чё-то никого нету. Шарики-то сняли? Да. О, о. Шарики. Да, все, ништяк. Да, шарики сняты. Все, огонь. Чё, вся банда? Михалыч! О. 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 А чё это вы тут? А, футбол? Ну чё, как? Нифига себе. Испанцы Россию тянут 1-0. Ну, нет, да. Россия тянет 1-0. А, Россия? А что случилось? Все, Испания 1, Россия 0. Автогол. Автогол? Кто он? Кто он? Автогол. Ну, там случайно получилось. Игнашевич мячик в ногу в пятый. Произвел 2 выстрела задом. Так, опа. Опа. Тюнинг начался, да? Почему тюнинг? Смазка шаровых. Я понял. Новых. Новых? Ой, смотри, сколько испанцев сидит за стенкой прозрачной. Короче, весело, я чувствую, будет сегодня. Ну, главное, шарики вы достались, это хорошо. Да. Прошло совсем немного времени. Снабжение, как всегда, уже отжало самое удобное кресло вместо стула. Ты температуру пойдешь смотреть? Да, пораставить. Пораставить? Ништяк. Короче, я пойду посмотрю, что осталось. От Антипыча? Подожди! Сейчас я не перейду. Нормально. На самом деле, люблю такие расслабленные дни. О, ветрено. Холодно, да. Так-то хорошо. О, кстати, смотри, у нас там ветку сломало на дереве. Видишь? Машины были под угрозой. Ну хорошо, что это не на нашей территории. Да. У нас как бы вот, но это не такие хлипенькие. Да. Хлипенькие в смысле умеют изгинаться. В смысле, просто осталось мало листьев, да. Поэтому пару да, меньше. Теперь важно. Оп. Оп. 76 градусов. 76 градусов. Ну и все нормально. Все, Антипка, живи. Это более чем. Да, пусть работает. Ну, в смысле, живи. Да. Угу. Так. Короче, решил у Георгия Александровича намародерствовать датчик АУК. Слушай, я разобрал. Угу. Ну, тут как бы смотри, сколько... А, так, о, такая... А-а-а. Микушка. Да, она как бы превратилась в ничто уже за все это ну, время. Логично. И как бы самая интересная надпись. Видно, не видно? Написано «Фиг аура». Неудивительно, что он аура. Перестал нюхать. Да, «Фиг надо... аура». Давай, знаешь, что фиг сделаем? «Фиг вам, а не аэро». Давай, знаешь, что сделаем? Давай его помоем.
и поставим. Ну давай, но смотри, как бы я. Он даже разбирается по факту. Вот эта штука отстегивается, видимо. Ну, блин, я боюсь, как бы мы сейчас его отстегнем, у нас обратно есть не второй. Подстегнем. А ты его свой разбирал? Нет. Не разбирался? Нет. Серьезно? Да. Мужчина! Ну, твой все равно ну, по всему лагает. Ну, что, конечно, да, нормально. Что ж. Что? Да, какой тут, блядь, ох, простите, какой тут подогрев тогда? Я извиняюсь за мат. Слабенький. Просто, ну, вырвалось, сорян. А твой что-то вообще не хочет, смотри. Ну, он же Арига. Все, он хочет, все может. Ну, здесь мы видим примерно такую же ситуацию. Ну, а, кстати, насчет счета. Мой прогноз не сыграл. Ты сколько говорил? 3-1, 1-1. Максон, счет! Макс! Макс! 1-1. Да. У тебя тоже фикаура. Но тоже. Твой фикаура вообще фикаура. А, он вообще... вообще да. О, что-то ему там вообще печальненько как-то. Ты же говорил, ты его мыл. Ну, я его мыл, но я же не вынимал. Поэтому, да, смотри, я... у тебя поэтому и по подогреву ошибки. Ну, и... да. Да, и по подогреву, а и здесь по просто ауку. По ауку. А здесь просто на по тебе аук. Угу. Значит, так, антипковый тебя а, давай, этот да, мы да, можем да. Мародерствовать. Это да, давай мародерствовать, посмотрим давай еще. Давай посмотрим. Еще это говно сделано. Сейчас я обожаю BMW, люблю себя не винить. Знаешь, сейчас подписчики скажут, вот, Георгий Александрович, неаккуратно все разбирать. Тебя умоляю. Лопадером. Да? И, к слову сказать, что он все равно не аукается. А, ну, он, наверное, значит, там под, ну, запаян. Ну, вот же ну, контакты есть, да, ну, вижу, значит, приходит к нему что-то. Не очень разборная штука, видимо. Так. Но я не сдамся. Сейчас мы его. О! 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 Так, подожди. Смотри. Волося. Это просто сеточка. Да. А это, короче, здесь вот видишь. А, стой. Что? А, нет, я думал, нога оборвана. Нога целая. Целая? Угу. Так, подожди. А, подожди, а что оно там такое черненькое? Где? Ну вот там, вот видишь, за этим черненький. Ну говно всякое. Говно, здесь говна меньше. Говна меньше. На самом деле надо попробовать помыть. Слушай, ну знаешь, что самое интересное? Ноги-то на месте. Тогда в чем прикол? Надо так подключить. А, посмотреть. Я понял. Что? Смотри, вот эта фишка, вот эта спиралька центральная, это подогрев. Окей. Но она целая. А, датчик ниже. Не-не-не, а вот это хрен узнает. Ты видим сам датчик 4 спирали. На камере видно, нет? Ну, видно, да. Ну, просто видно, не видно спиральку. Ну, и, короче... Нет, спиральку не видно. Слушай, ну, внешне он технически, ну, как бы, рабочий. Выглядит, да, исправно. И короче, надо этот сейчас помыть. И попробовать его подключить и посмотреть, сбросятся ли ошибки, будет ли он работать. Да, давай. Потому что вот прям есть такое желание попробовать. Потому что им и так капец, от ошибок никуда не деться. Угу. Но постараться их воскресить можно. Помоем. Надо еще вот это помыть, микушку. Ну, микушечку помоем. Оп. А твоя, кстати, лучше. Да? Вот это твоя, да. Окей, тогда вот это оставим. Твоя, а вот это моя. Моя вообще в говно превратилась. Вон она, видишь, на атомы разложилась. Как у тебя дела с ауком? Да, работает? Аук? Да. Работает. Ну ты какой, а? Это ж где ж Рудик-то ездил, то что он даже не этого. А Рудик просто сзади сам себя не нюхает, понимаешь? А, ну да, да, да. Он вкусно пахнет сзади. Да. Давай что-то делаем. Да, моем. Пожалуйста. Ваш центр, ваши правила. Вон она? Этим. ВДшкой? Ну да. Я понял. Нейтральную жидкость возьмем какую-нибудь. Саямба. Стой, пойдем со мной. Пойдем. Редкий случай. Что? Ну, хотя не редкий. Мутный вернется, ругаться будет капец. Но, я не могу, чтобы сексолог еще и датчик бывший с Антипыча убил. Спирт. О! Мужчина? Этанол. Да, 95% спирт медицинский, Вася. Пошел бодяжить. Кулер здесь, да. Не надо бодяжить. Я извини себя. Ага, чё? Что случилось? Макс, чё? Мяч играю. Чё? Мяч играю. Все нормально. Дикие люди. Вообще. О, смотри, тут даже есть аббревиатура, как в моем двигателе, B22. А, не, шучу, это 822, все, извини. Ну, ошибся, что, с кем B. Все, пора ставить. Да. Штырит? Да. Спирт. Сейчас он понюхает. О, BMW сейчас. Начнет там вся светомузыку выдавать. Да. Давай попробуем. Сейчас запинеет, блок охренеет. Да-да-да, сейчас мы ему... А как мы ему? Все, так же, как и было.
спали. Ты так мне это говоришь, как будто я знаю, как это было. Ты же снимал только что. Так, есть. Он есть. Все. Заводим, читаем. Давай. Ну, нифига себе, я тут езжу такой прям, понял, да? А я-то думаю, готов. Где... Я-то думаю, где воронка эта, а? Охренеть. Надо же читалку взять. Я читалку возьму. Представляешь, Михалыч, он с собой воронку возит. BMW. Черт его знает. Сергеич. А мы когда антифриз меняли, ты ее забрал? Нет. Ты реально с ней ездил, с воронкой, с этой хератиной? Я инструмент нашел. Капец. Давай закроем скрутягу, она выдохнется, мыть будет нечем. Конечно, выдохнется, мыть будет нечем. Ну а что? Если бы я тебе не показал, ты бы и не знал. Слушай, ну я видел его, но я не дал ему значения. Ого, все в медяшке. Нравится. Так. Ну, этим нас не удивить. Наша цель вот эта вот. Да. Ждем-с. Тинс. Оп. Угу. Ну, вот они, да, вот да, по нагреву, да, да, как я и говорил. Давай их чмафнем. Да, давай-ка их теперь сбросим. Сброс памяти неисправности. Угу. Конечно, чпонь. Хотим, да? Чпонь. Да, и открывай сразу, и он сразу тебе покажет, что... Считывание. Мать моя женщина! Вот оно! Ничего себе, помыли и заработало. Так. Ништяк! Поздравляю, снабжение. Халява, приди. Yeah! А, вот это да, вот это да. Это же офигенно. У меня теперь автоматические заслонки работают. Да, и теперь Цезарь тоже, если чувствует. А еще разок давай. Надо убедить. Давай, третий. Да зачем сбрасывать-то? А, извини, пожалуйста, извини. Иди пукни в него. Мы, подожди, мы его не включали. Сейчас. Сейчас, да. Так, где тут у тебя эта кнопка-то, мать ее за ногу? Вот она. А, точно, вот, точно. Вот автоматически. А ты услышишь, как заслонки шмякают? Ну, сейчас он их зачмафает, только когда завоняет. Так, вонять, да, надо? Ну, хотелось бы. Сейчас чаем повонять может. Чем повонять-то? Стой, можно же что-нибудь поджечь, правильно? Ты, главное, Цезарь не подожги. Давай попробуй. Давай. Воняй! Ты воняешь? Воняю, где, покажи. Достойно. Фу, я прям чувствую. Я уже чувствую. А вольтаж растет. Ты что тут делаешь? Ну реально горелый этой самой бумагой пахнет. Слушай, горелым пахнет. Ну, тут везде горелым пахнет. Я же вот хожу, воняю, нифига себе. Я понимаю, но... Изменяется? Нет. Нет? Нет, но перестал он... Перестал изменять? Слушай, как-то... Нет, он изменяется, но он хаотично прыгает вообще, просто. Подожди, а кнопку AUX сделай неактивной, посмотрим, изменяется. Ох, не дыми, пожалуйста. Ну я вот тут дыму. Подожди, если дым много, это штраф. Хорошо. Хорошо. Или, подожди, или он на дым не хочет, может быть, как-то? Ну, я не знаю, что ему надо. Сейчас, подожди. Может, ему КамАЗ подогнать? Вот сейчас, посмотри. Смотрю. А так я не нажал. Нажал. Кнопка АУК активна. Чё? О! 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 Я просто к датчику уже поднёс. Понял. Ну-ка, по-моему, закрыл. А перестань вонять. Я ж тебя не слышу ни хера. Я говорю, вроде сработало. Перестань вонять. А, перестал вонять. Как он долго запах чувствует. Во-во-во. Слышал, да? Слышал? Так сейчас я тебе говорю, да. Короче, работает. Да? Да. Поздравляю. Извечная проблема. BMW. Помыть? Помыть, собрать, и все работает. Все, надо мохнатку четко помыть, и все будет работать. Да, мохнатку помыть и вставлять. Я. Нравится. Наши победители! Когда наши так далеко прошли. Да. Поздравляем, да. Акимфеев, красавчик, Акимфеев лучший. Вообще, сегодня на самом деле очень хороший день. Да. Рудик на новых дисках, причем Алексей Михайлович зашел так глубоко,
ну, да, прям входит, да? Проникновение. Проникновение, да. Что даже решил поменять направляющие, направляющие суппортов и даже резиночки, в которые они входят. Вот таким вот замечательным образом. Вот что значит механизм АТЕ. Понимаешь? В резиночку все и все будет тихо вообще по красоте. Георгий Александрович, да? Я предлагаю следующий матч обязательно провести в баре. Это уникальнейшее событие. Разделяю ваше мнение. Распирает. Разделяю. Прям, прям необходимо. Да. В принципе, тут уже все понятно. Шарики прилипли. Прилипли они достаточно хорошо. Тормозные диски новые, колодочки новые. Сейчас датчики износа чмав-чмав, колодочки чик. И после этого мы со спокойной душой можем пойти снять финалочку. Хороший день. Отлично. Сборная России молодцы. Да. Ладушки. Не, ну редко, друзья, такие дни выпадают. Редко-редко. Но сегодня нам что-то дюже везло. Во-первых, мы починили кучу автомобилей. Значит, ну, Алексею Михайловичу, это святое. Помимо прочего, на Антипыча наконец-то пришел датчик АУК. И у меня он заработал. Да, это и благодаря Антипычу. Старый, да, как бы с Антипыча часть запчастей всегда перекачивает Тарас Сергеевич. Ну, донашивает, как кроссовки. Помыли датчик спиртом, это работает. Мы проверили и на самом деле работает. Более того, мы повесили на валенок яйца. Испанские яйца назовем их. Сербские банки и испанские яйца. Ну, все-таки наша сборная выиграла, это хорошо. Ну, это никак не оскорбляет никаких испанцев. Да, это просто пацаны, абстрактно. Пацаны, вы боролись это до последнего. Абстрактно. Поэтому, но наши все равно повесили ваши яйца. Вот так ногой, так рукой, прям, вот прям молодец, всеми частями тела за нас, за Россию. Это просто мужчина. Редкость, вот герой. Мужчина, прям, герой, прям, герой. Да, лайки, да, друзья. А, помимо прочего, не ночь, что само по себе радует. Гараж Тулс, вы лучшие. Нам сегодня нереально везло, такие дни бывают очень редко. Обычно у нас все через опу, а сегодня прям класс. Прям над Россией, вот сегодня вот солнце взошло, такое яркое. А вот смотри, ты прям так говоришь, прям везет. А повезет ли вам с вашей автоматической коробкой передач? 915-3762, Салва 45, город Санкт-Петербург. Приезжайте на диагностику, на пробу масла и на ремонт автоматической коробки передач. Всем пока! Автосфера, Алексей Михайлович. Всем мира добра, удачи на канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Всем мира добра, удачи. Гараж Тулс, привет, вы лучшие. До новых встреч. Удачи, ребят. Пока. Реально хороший день, черт побери. Всегда бы так было.